добрый день. Я надеюсь, что он к вечеру станет еще нам. Зайчик. А, спасибо большое. Ну что ж, я надеюсь, что он к вечеру станет намного лучше, и что солнышко наконец-то посетит наш фестиваль. А, по крайней мере, синоптики нам обещают, что уже после обеда мы наконец-то вернемся в Болгарию, а не будем находиться в, скажем так, северных где-то широтах. Ну что ж, фестиваль. Сегодня конкурсный день, он достаточно короткий. Сегодня последние наши вокалисты представят свои творения на суд нашего многоуважаемого жюри. Ну а перед тем, как мы начнем наш конкурс, я предлагаю не менять традиции, чтобы все-таки сегодня вечером нас посетило солнышко. Я уверен, что кинофестиваль нам в этом обязательно поможет. Я предлагаю всем нам вместе спеть наш родной кинофестиваль «Волнайте 2013». Поехали, поем вместе! Ручки выше, фестиваль, двигаемся! Чудес и дороги. Там море, солнце, ветер, песни там слышны. Здесь все друзья, и ты, и я. И дело мое. Подхватит наши имена. И дни ночь фестиваль зажжет звезда. Все вместе! Открываем фестиваль, начинаем фестиваль. Наших зрителей, которые, несмотря на столько пристальную болгарскую погоду, собрались здесь. И добро пожаловать на фестиваль «Волнайте!» Ну что ж, наш конкурсный день я объявляю открытым. Вот под такой вот штормовой ветер я хочу представить наших многоуважаемых членов жюри. Под ваши аплодисменты Игорь Задорожный, солист Белорусской государственной филармонии, солист-вокалист Национального академического народного оркестра Республики Беларусь имени Жиновича, лауреат республиканских и международных конкурсов, музыкант-мультиинструменталист, автор песен и инструментальных пьес. Игорь Задорожный, город Минск, Республика Беларусь. Павел Башковский, главный звукорежиссер национальных отборочных туров «Евровидение» и «Новая волна», генеральный директор компании «Хороший звук», продюсер ведущих артистов Республики Беларусь. Павел Башковский, город Минск, Республика Беларусь.
Александр Суворов, председатель цикловой комиссии дирижирования учреждения образования Витебский государственный музыкальный колледж имени Ивана Ивановича Салертинского, преподаватель вокала, постановщик вокальных сцен и приглашенный дирижер оркестра Национального академического драматического театра имени Якуба Колоса, лауреат международных конкурсов. Александр Суворов, город Витебск, Республика Беларусь. Наталья Чавко, главный режиссер международного творческого фестиваля детей и молодежи «Волна идей», режиссер телевидения, лауреат кинофорума «Вместе», лауреат кинофестиваля «Живое слово», победитель национального телевизионного конкурса «Телевершина». Наталья Чавко, город Минск, Республика Беларусь. Ульяна Сахарова, режиссер-постановщик музыкальных театральных шоу, руководитель театра танца «Севен», победитель международных конкурсов и программ. Ульяна Сахарова, город Санкт-Петербург, Россия. Людмила Абрамова, директор Центра творчества детей и молодежи Фрунзенского района города Минска, Республика Беларусь. Людмила Абрамова. И наш бессменный председатель нашего жюри Денис Карлюк, хореограф, лауреат международных конкурсов, постановщик мюзиклов и шоу-программ, участник телевизионных проектов в странах Ближнего Востока, культуролог, организатор международных фестивалей и конкурсов. Денис Карлюк, город Минск, Республика Беларусь. Ну что ж, наше многоуважаемое жюри на месте, и мы начинаем наш сегодняшний конкурсный день. И начинать его будет хор детского музыкального театра «Сказка» Центра художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района города Минска, Республика Беларусь. Хормейстер Ксения Филипповна Гасанова, руководитель Александр Николаевич Артемьев. Произведение «Земляки», музыка и слова Отрашкевича. Встречаем «Сказка». На планете Земля.
аплодисменты! Вот так вот. И такое случается иногда. Да-да-да. Ну что ж, фестиваль. Расскажу о наших планах на день грядущий. Скажем так, возможно, и будет корректировать погода, что мы видим. Она, к сожалению, может сделать все и даже чуть-чуть больше, чем мы бы этого хотели. Итак, сегодня в 7:30 мы все вместе с вами собираемся около мэрии нашего Кранева. Оттуда у нас начнется шествие. По всем прогнозам погоды у нас должно быть солнышко, сухо и безветренно. Во что, конечно, слабо верится, просто посмотрев на небо. Ну, скажем так, мы пока доверяем нашим синоптикам. И хотим, чтобы все их прогнозы сбылись, потому что грандиозное шоу «Волна идей», которое ждет вас здесь, в концертном зале «Волна идей», тоже уже готово к своему представлению. Поэтому, скажем так, скрестим пальчики и будем ожидать с моря погоды. Вот примерно такие планы. Сегодня гала-концерт. Также пройдет лучших номеров конкурсные, которые были выставлены, а также награждение наших победителей, которые уже завтра покидают наш фестиваль. Ну что ж, мы готовы продолжать наш конкурс. Я приглашаю на эту сцену, на исполнение второго произведения, хор детского музыкального театра «Сказка» Центра художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района города Минска, хормейстер Ксения Филипповна Гасанова, руководитель Александр Николаевич Артемьев. Произведение «Карусель мелодии». Музыка и слова Альбинаса Цепляускаса. Встречаем! Сказка. Аплодисменты! Ну что ж, погода все дальше и дальше нас испытывает на прочность. Детский музыкальный театр «Сказка» завершил свой конкурс в номинации «Хор». Ну что ж, сейчас нам наши вокальные микрофоны больше на сцене не понадобятся, потому что сейчас мы переходим к следующей нашей достаточно интересной номинации, которую мы увидим разнообразие чуть-чуть попозже. Которая
А только-только вот сегодня, совсем недавно они приехали, не сегодня, они приехали совсем недавно к нам на фестиваль. И вот сегодня, скажем так, первые ласточки, которые представят здесь свои коллекции. Так вот, номинация «Мир театра», и я приглашаю на эту сцену для показа своей первой коллекции театр моды «Домино», Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ветрость» города Минска, Республика Беларусь. Руководители: Алла Павловна Захаревич, заведующая отделом декоративно-прикладного творчества ЦДО «Ветрость», Ольга Владимировна Рачицкая, педагог, Светлана Александровна Чеметьева, педагог. Итак, первая коллекция — «Веселковый коровод». Встречаем театр моды «Домино». Театр моды «Домино». А я приглашаю на эту сцену Элия Логашук, Центр художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района города Минска, детский музыкальный театр «Сказка». Руководитель, педагог по вокалу Александр Николаевич Артемьев. Произведение «Хрустальный звон». Встречаем Элия Логашук. Ваши аплодисменты.
Аплодисменты Элия Лукашук. А мы продолжаем наш конкурс. Я приглашаю на эту сцену представительницу детского музыкального театра «Сказка» София Пыш, руководитель и педагог по вокалу Александр Николаевич Артемьев, Центр художественного творчества детей и молодежи Вруцкого района города Минска. Встречайте, София Пыш, для нее. Я приглашаю на эту сцену Екатерину Стегарь, детский музыкальный театр «Сказка», Центр художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района города Минска. Композиция «Вальс в миноре». Руководитель, педагог по вокалу Александр Николаевич Артемьев. Встречаем, Екатерина Стегарь. Тучи в голубом.
Снова весь фронт раскален от огня. Ну, как зенитки, три ночи, три дня. А в гимнастерке на снимке ты обнимаешь меня. Ах, эти тучи голубой напоминают море, напоминают старый дом, где кружат чайки за окном, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой танцуем вальс, где мы с тобой. Екатерина Стегай. А мы продолжаем наш конкурс, и на сцену я приглашаю Элию Лугашук, детский музыкальный театр «Сказка», Центр художественного творчества детей и молодежи Бурынского района города Минска. Произведение «Оранжевое солнце». Руководитель, педагог по вокалу Александр Николаевич Артемьев. Встречаем Элия Лугашук. Мы с другой разноцветные, как все.
ваши аплодисменты, Элия Лукашук. А нашу конкурсную программу продолжает Матвей Сморигин, студия вокального пения «Восходящие звездочки», государственное учреждение образования, Центр дополнительного образования детей и молодежи, АРТ города Минска, Республика Беларусь. Руководитель Екатерина Анатольевна Костюкевич. Произведение «Добрые песни». Встречаем, Матвей Сморигин. Песни как люди, у каждой своя есть судьба. Только я верю, что песня моя не стареет. Нет, не состарится песня моя никогда. Добрые песни, песни живите, вот ваша новая сцена. Несите доброму сердцу звонкий привет. И звучите, каждая нота бесценна. Добрые песни, а песен недобрых нет. Добрые песни. Песни как птицы, а я полю. Песни как птицы не знают границы преград. Добрые песни сейчас по планете летают. Преданно ждут, когда их имена прозвучат. Добрые песни. Песни живите, вот ваша новая сцена. Несите доброму сердцу звонкий привет. Песни учите, каждая нота бесценна. Добрые песни, а песен недобрых нет. Добрые Матвей Сморигин. А нашу конкурсную программу продолжает София Пыш, детский музыкальный театр «Сказка», Центр художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района города Минска. Композиция «Хуторянка». Руководитель, педагог по вокалу Александр Николаевич Артемьев. Встречаем, София Пыш. Я для тебя напомнила мне. И
Опять не разошлись. Раз, раз, один, два, три. Можно на первую, как первую купить, она поет чуть-чуть другая, потому что я хотелось бы, но она, я ей сказал, чтобы она пела не буду, первую здесь, да? Сейчас видишь, поэтому мне бы хотелось, может быть, чуть-чуть прибавить. Конечно, ну что ж, сначала, говорят, сначала, у природы сначала, нет сначала, погоды, конечно. Есть только сильный ветер, сначала, которая сначала. Из нее ничего вылетает. Ну что ж, фестиваль, я еще раз вам приглашаю эту замечательную и позитивную девчонку сюда на сцену. София Пыша, детский музыкальный театр, сказка, центр художественного творчества детей и молодежи Фрунзенского района. И ее самая заводная песня «Хуторянка». Еще раз здесь, на фестивале. Встречаем София Пыш. Что сама напевала не раз, и глаза закрываю на миг забыть, что я городская сейчас. Эта песня сиди простой, для родимой напомнила мне. И девчонку ту, что с недавних пор, часто вижу я. Тихо!
ваши аплодисменты! София Пыш! Спасибо большое. Ну что ж, а мы продолжаем нашу конкурсную программу. Я приглашаю на эту сцену Екатерину Стегарь, детский музыкальный театр «Сказка», Центр художественного творчества детей и молодежи Прудинского района города Минска. Произведение «Я улечу, как птица». Руководитель, педагог по вокалу Александр Николаевич Артемьев. Встречаем, Екатерина Стегарь. Екатерина Стегарь. А нашу конкурсную программу продолжает Матвей Смаригин, студия вокального пения «Восходящие звездочки», государственное учреждение образования, Центр дополнительного образования детей и молодежи «Арт» города Минска, Республика Беларусь. Руководитель Екатерина Анатольевна Костюкевич. Композиция «Всюду найдется друг». Матвей Смаригин. Встречаем. Сделаем общий круг, станем не больше.
Маринин. А наш конкурс по номинации «Эстрадный вокал» завершает Ева Шефер, Государственное учреждение образования, гимназия номер 32, города Минска, Республика Беларусь. Руководитель Инна Ивановна Самсонова. Композиция «You Bring Me Joy». Встречаем Ева Шефер. About time.
Шикарно. Ну а наша конкурсная программа в номинации «Мир театра» продолжает театр моды «Домино», Центр дополнительного образования детей и молодежи «Петрость» в Горно-Минском, Республика Беларусь. Младшая группа «Яблоневый цвет». Руководители Алфа Ивановна Загоревич, Ольга Владимировна Рачицкая, Светлана Александровна Чеметьева. Встречаем театр моды «Домино». Театр моды «Домино». Ну что ж, а наш конкурс в номинации «Мир театра» продолжает школьный английский театр-студия «Овация», гимназия номер 61 города Минска, Республика Беларусь. Спектакль на английском языке «Синдерелла Золушка». Руководитель Нелли Леонидовна Бабак. Нам нужно еще время, чтобы, скажем так, разобраться с нашей родной погодой. Ну что ж, фестиваль. Сегодня, как я уже говорил, у нас шествие
И мы сегодня сейчас всем фестивалям смотрим на прогноз погоды и на сегодняшний, на вот момент. Сейчас в 19.00 0% осадков и солнце. Поэтому мы надеемся, что все будет хорошо и все у нас получится. А все, скажем так, задумки мы осуществим здесь, на фестивале. Ну что ж, пока готовится наша сцена, расскажу еще о сегодняшних наших планах. Мы шествием приходим сюда, в концертный зал. Здесь вас будут ждать наши организаторы. Мы располагаемся здесь, в нашем зале. Будет ограждение, за которое огромная просьба вас, естественно, не заходить. Будут еще дополнительные места сегодня, здесь вечером, так что после шествия все мы собираемся здесь вместе. Ну что ж, мы уже почти готовы. И я приглашаю на эту сцену школьный английский театр-студия «Овация». Спектакль на английском языке «Синдерелла». Золушка, встречаем! Раз. Good day, dear friends, judges, coaches and teams. Добрый день, дорогие друзья, судьи, тренеры и команды. The English Theatre Ovation is on the stage. На сцене английский театр «Овация». Represent a nice and well-known fairy tale Cinderella. Мы представляем прекрасную и давно всем известную сказку «Золушка». This story is about a tiny, hard-working and very beautiful girl Cinderella, about her sister and angry sisters and her mother-in-law. Это история о хрупкой, работящей и очень красивой девушке Золушка и об ее глупых злых сестрах и мачехе. Her fairy helps her to get to a royal ball. Фея помогает ей попасть на королевский бал. Cinderella met a lovely prince, but she had to leave the ball. Там она встречает прекрасного принца, но ей приходится покинуть бал. The herald helps the princess to find his lovely Cinderella. Пажи помогают принцу разыскать его милую Золушку. Meet our actors with Cinderella. Встречайте наших актеров со сказкой «Золушка». There will be a ball in the king's palace. Cinderella, give me my white dress and silk shoes. Here you are. Hurry up, little girl, and bring my new hat in the big mirror. Oh, you are so slow. Move, muddy one, and give me my fan. Tell us, Cinderella, would you like to go to the ball? Oh, don't laugh at me. Nobody will let me. But if you... Of course not. You have no beautiful dress and your slippers are ugly. You have a lot of work to do about the house. Here are a list of your work. Clean the windows, wash the dishes, make dinner, and then go to the garden and plant vegetables. You are too dirty to go there. Well, let's go. Sweetly girl, why are you crying? I can't
go to the ball. Don't cry, my dear. I'll help you and you. Go to the ball. Here is a white dress and here are glass shoes for you. But remember, you must go away when the clock strikes 12. Thank you very, very much! So beautiful, my dear. Turn around. Fairy, princess, real princess. May I dance with you? With great pleasure. But I want to try it on.
наши аплодисменты. Школьный английский театр студия «Овация». А я приглашаю на эту сцену театр моды «Домино», Центр дополнительного образования детей и молодежи «Ветрость» города Минска. И их коллекция «Большая перемена». Руководитель Алла Павловна Захаревич, Ольга Владимировна Рожицкая, Светлана Александровна Чеметьева. Встречаем театр моды «Домино».
Ваши аплодисменты, театр моды, домино и штормовой ветер Кранева. Ну что ж, а я приглашаю на эту сцену школьный английский театр, студию «Овация», гимназия номер 61, города Минска, Республика Беларусь. Спектакль на английском языке «Three Little Pigs», «Три поросенка». Руководитель Нелли Леонидовна Бабак. «Овация» на сцене фестиваля. Прошу. Fairy tale, Three Little Pigs. А сейчас мы представляем очень забавную, хорошо известную и поучительную сказку «Три поросенка». Once upon a time there lives a family of pigs, mother, father and three little pigs. Давным-давно жила семья, мама, папа и три поросенка. The piglets have grown up too large and decided to build their own houses. Поросята подросли и решили построить себе свои дома. But a wicked wolf tried to break their plans. Но злой волк попытался нарушить их планы. This funny story is about friendship and mutual aid. Это забавная история о дружбе и взаимовыручке. Meet the theater ovation with three little pigs. Встречаем театр «Овация» со сказкой «Три поросенка». They lived in the forest a family of pigs. Mother pig, father pig, and three little pigs. The three little pigs grew very large, but they didn't help their parents about the house. For me, dear little pig, you're so fat, so sweet and tasty. You are a big, bad, silly wolf. Children, children, come here. You have grown up too large to live in the small house. You must go and build a house for yourself. You must always be careful to stay away from the wicked wolf. Okay, don't worry. You'll be careful to stay away from the wicked wolf. What? Goodbye, dear mom and dad. Bye, dear children. Good morning. Would you have any straw to spare to build a house for myself? Yes, of course. I'll give you enough straw to build a sweet little house. Now the wolf can't catch me for breakfast. Their way.
saw a man who was carrying some sticks. Hello, please want to give me some sticks to build a house for myself? Yes, of course. I'll give you enough sticks to build a house. The third pig walked on and on alone. Аплодисменты, школьный английский театр, студия «Овация». Ну что ж, фестиваль
Мы ждем погоды и ждем нашего шествия сегодня ровно половину восьмого. До встречи, фестиваль!